Ты представляешь, чуть не прозевал Марс. То есть ждут я Меркурий, конечно. Сегодня 19 февраля 2022 года в Харькове. Думаю, как и везде. 5:57 по Киеву в Харькове. Еще бы немножко и... Но пока еще визуально могу наблюдать планету. Марс к нам приближается, в отличие от Венеры. 307 миллионов километров от него до нас или от нас до него. Садится за горизонт. ISO 6400, поэтому такое зернистое изображение. Ты мой красавец. Но при других настройках мы его просто не увидим. Даже не верится, что в 2020 году я снимал его в 60 миллионах километров от Земли. 64 миллиона километров было. И видно было ледники на его полюсах. Белые пятнышки на полюсе. Ладно, пошли к Венере. Да, на фоне земных веточек. Уменьшаю выдержку. Надо пойти на какие-нибудь курсы, что ли, фотограф или видеооператор. Совершенно не понимаю, как обращаться с этим замечательным фотоаппаратом, инструментом для съемки. Уменьшаю ISO 6400, напоминаю, максимальное для моего фотоаппарата Nikon Coolpix 5000. Выдержка 1:8000. Больше нету. Да, все, Марса уже не наблюдаю визуально. Снимем Луну под занавес.
ну, зернистость изображения из-за настроек светочувствительности. Следующий дубль уже сниму на более четких параметрах. 19 февраля 2022 год, Харьков. Да, облачность присутствует. Не в нашу пользу. 6.03 по Киеву в Харькове. Ждем Меркурия. Может, повезет. 16 февраля была Иланга.